что, испугались? Сынок, пора обедать и за уроки. Сейчас, иду. Надо что-то придумать. А то будет болтаться все лето во дворе. Или возле рыбок торчать. Ты же знаешь, летом у меня экспедиция. Может, возьмешь отпуск позже? А путевка? Я ведь 2 года ждала этой поездки. Слушай, сделай радио потише. А почему бы не отправить его к пионерлагерю? Там режим, мальчик будет на воздухе. К тому же ты задумал ремонт. Сейчас, мама.
слушать.